Вопрос такой вот, на сегодняшний день, да, все мы с вами знаем, что работа налоговой службы, работа таможенной службы всегда вызывала много критики, но сегодня эта критика и негодование привела к тому, что наши граждане уже вышли на митинг, и главным символом коррупции считается бывший таможенник, да, Раим Миллион. И вот эта система... Вообще вот эта ситуация у вас не вызывает никакой реакции? У меня вопрос такой. Вы сами, Денис Парпиевич, как вот относитесь ко вчерашнему митингу? Что люди требуют? Какова вообще позиция правительства по отношению к тому, что происходит? Ну, у нас соответствующая, значит, если вы имеете до предшествующего этому событию мероприятия, у нас на сегодняшний день... В рамках досудебного производства работает межведомственная рабочая группа, которая, значит, проводит соответствующие мероприятия. Ну, у вас пока что вот так вот. Межведомственная рабочая группа все проводит и работает, и работает. Тут люди, которые не работают на госслужбе, уже ну, как бы столько работы сделали, а вы все работаете, работаете, до конца края этому не видно. Пока так. Люди же не просто так на митинги выходят, не просто так жалуются, не просто так видят, можно сказать, символом коррупции бывшего таможенника. Это же не просто так все. Нужно обращаться в правоохранительные органы, генеральную прокуратуру. А вы у нас зачем тогда? А? Для этого же и работают эти органы, правильно? Да. Но почему тогда они не ведут свое расследование? Почему это все затянулось на такое долгое время? Ну, это об этом, наверное, у них лучше спросить. А вы вообще что курируете в правительстве? Правоохранительный блок. Может быть, вы у них спросите, как человек, который непосредственно курирует? Хорошо, спросим.